I wanna rock you, 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 wanna rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you, rock you. Всем привет! Меня зовут Дима. С вами канал Автостиль. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал, спасибо, что вам интересно наше видео. Сегодня я хочу рассказать, как продвигается наш автозвуковой проект по работе с автомобилем Opel Frontera. На данный момент очень много сделано. Давай перейдем сейчас к автомобилю и покажу. Работы над автомобилем ведутся каждый день. Каждый день мы что-то добавляем, каждый день мы что-то устанавливаем новое, протягиваем провода, пилим, шпаклюем, шкурим. Поэтому автомобиль немножко запылился и находится, так скажем, не в товарном виде. Как вы заметили, дверки уже на месте, но они на самом деле держатся всего на двух болтах. Для того, чтобы примерить обшивки, чтобы их подогнать к панели, вот, на самом деле мы их сейчас снимем и окончательную примерку уже будем делать в конце. Как я раньше говорил, петли усилены и все будет стоять жестко и мощно. Мы вывели 3 плюса, 3 минуса сечением 50 квадратов. Кабели идут в багажник. На данном этапе уже установлены усилители. Скажи, пожалуйста. Усилителей у нас в системе будет 9. Из них 8 моноблоков. 7 моноблоков, 1 двухканальник и 1 четырехканальник. То есть 6 басовых моноблока Divbonds 4.1D будет усиливать 15-дюймовые сабвуферы Divbonds 315. ОГО 1500.2 будет усиливать среднечастотники. С другой стороны, симметрично также стоят усилители, только стоит ОГО 2500, который будет работать на мидбасы. А четырехканальник Divbonds 200.4 будет усиливать твиттера. Твиттера в данной системе будет стоять T35 Neo, серединки M60 Neo и 3/25 басовика Fatal Pro 10FE200. Кабели в дверке уже выведены сечением 2,5 квадрата. Вся силовая проводка собирается на силовом дистрибьюторе, который расположился в багажнике. Сечение проводов, номинал предохранителей, все подобрано согласно правилам АМТ и ЭМА. Все собрано на медной шине и очень жестко закреплено в багажнике. Соответственно, потом все покрасится и, вероятнее всего, закроется оргстеклом с гравировкой. По питанию. Секция литий расположилась в задней части автомобиля. И банки между собой соединены медными шинами увеличенного сечения. Не те, которые идут в комплекте с литием, такие тоненькие пластиночки, а хорошая, мощная шина увеличенного сечения. Толя, привет, Дима. Передай, Артема, привет. Твой литий стоит. Из-под капота выходят также минусовые кабели, они все змеиные. Оплетки немножко грязные, но это все потом пропылесосится и отмоется. Минусовой дистрибьютор также будет расположен в багажнике. Он пока в стадии проектирования и разработки. Будет стоять также где-то здесь, в этой области. Теперь я предлагаю пройти и заглянуть внутрь салона автомобиля и расскажу, какие изменения были сделаны внутри салона и какие работы проведены. Значит, здесь такой хаос, здесь беспорядок, постоянно здесь выметается, пылесосится. Все это связано с тем, что обшивки подгонялись. К обшивке, кстати, покажи, Иван, мы решили закрепить на резьбовые заклепки. То есть обшивки будут крепиться на резьбе. Выпилен пол для пассажира, для водителя. Вот здесь вот идут протяжки у нас вдоль тоннеля. Потом это все будет усилено стекловолокном, закрыто и покрашено раптором. Здесь все пока в таком черновом виде, но пол будет прикручиваться на кровельные саморезы к профилю. Потолок также пока наживлен вот на двух саморезиках. Они потом также зашпаклюются и покрасятся. Сварена, значит, нагрузочная стенка.
для сабвуферного ящика. Оформление у нас банпас 4 порядка на 6 пятнашках. Внутри ящика, значит, проведены такие колоссальные работы. Ты сможешь поближе показать? То вот не показывай, а это. Значит, фанера толщиной 18 мм намертво прикручена к профилю болтами, кровельными саморезами и крепится на стекольном герметике. Арки колес обыграны стекловолокном, усилены, и все швы также усилены стекловолокном в 3, а иногда в 4, ну местами в 4 слоя. Сейчас, значит, все уже будет подгоняться от центральной стойки, будет подгоняться пол, порт, это уже после первого запуска системы. В ближайшие дни мы сейчас займемся уже кабелем РЦА, разводкой и пайкой РЦА коннекторов и подключением усилителей. Посмотрим, что в подкапотном пространстве и что изменилось с последнего раза. За последний месяц проведено очень большое количество работ. Мы не стоим на месте, мы постоянно что-то делаем, совершенствуем в данном автомобиле. Сейчас я покажу, что изменилось. Был изготовлен силовой дистрибьютор на медной шине, как плюсовой, так и минусовой. К генератору и минус, и плюс подходит на медной шине. Видно вот здесь? Проводка жестко монтируется к основанию. Кабели через моторный щит, через металл моторного щита проходят через гермоводы, которые исключают попадание влаги и грязи в салон автомобиля. Совсем недавно закончили перетяжку дверных карт, обтягивали мы их биоластиком. Очень долго обшивки были в процессе изготовления. Они сделаны на основании из стекловолокна МДФ. В итоге вот получилась такая вот красота. На этих дверных картах расположится 3 мидбаса, 8 серединок и 6 рупоров Т-35 Neo. Вес автомобиля с каждым днем увеличивается. Насколько, пока неизвестно, но я обязательно потом загоню ее на весы и взвешу. То есть это вот реально, она просаживается под весом оборудования, металла, фанеры, стекловолокна и проводки. Давай теперь покажем, чтобы было разница. Джип. Бэпан. Бэпан. Давай, как бы сказал мой коллега, ёбаная боль. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. I wanna rock you, 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 rock you,